как влияют на сознание людей блюда ведической кухни, адаптированные для европейцев? Почему они такие вкусные? Ну, у меня в свое время была книжка по ведической кулинарии, и многие вещи, конечно, там они значительно лучше, чем современная европейская кухня, западная кухня и многие восточные кухни, но там были очень много больших вопросов. Один из вопросов был, что нужно делать какое-то печенье, нужно было сливочное масло, если не ошибаюсь, от 40 до 2 часов варить. То есть с точки зрения здравого смысла это, в общем-то, вещь не очень, скажем, хорошая. То есть масло сильно разрушается в этом случае. Поэтому не все в источниках, которые как бы оттуда пришли, оно правильное. Оно, любая, ну, в общем-то, ведическая кулинария, это лучше, чем современное западное поварское искусство, которое не предназначено для здоровья человека, а предназначено, чтобы тешить его самолюбие. Это и образ питания западный, да, когда сначала наедаетесь от пуза, потом это заедаете фруктами, потом заливаете это еще водой, а потом от этого всего болеете. То есть восточная традиция питания – это несколько лучше. Но то, что сейчас называют ведической кулинарией, да, то есть ведизм – это славяно-арийская технология правильного питания, которая частично осталась в Индии и во многих случаях неплохо сохранилась, но не полностью. Поэтому нужно фильтровать. Нужны знания, например, о раздельном питании. Хорошо, если у вас есть знания, например, о сыроедении, очень интересные на эту тему есть у Марвы Ганьян. То есть, может быть, в чем-то немножко ошибается, но в целом 90 там, чем-то там процентов, 90, может, 9 или что, около того. То есть там информация есть об этом. То есть набирайтесь этой информации, набирайте вот побольше этих знаний и сопоставляйте с тем, что написано в так называемой ведической кулинарии. То есть это не совсем, она соответствует источнику. Конечно, этот источник лучше, чем любая поварская книга, которую вы купите из современной западной кулинарии. Но у них тоже есть определенные ошибки. Там тоже как-то я сталкивался с... когда не было раздельного питания, что является базовой частью для любого питания. С него вообще с раздельного питания начинается. Любая готовка чего-либо начинается с раздельного питания. Только потом идет все остальное. Там, чередование дож, чередование стихий, чередование там, энергии, всего остального. То есть все начинается с раздельного питания, с банальной физиологии. Поэтому, если у вас есть понимание раздельного питания, если у вас есть понятие о сыроедении, о принципах сыроедения, почему это так делано. То есть вы этот вопрос глубоко изучаете. Вы можете взять источник по ведической кухне и использовать ее. Там есть вещи потенциально интересные. То есть я не рекомендую вас фанатически, тотально на него как-то вот к нему прилипать. Научитесь использовать эти источники и подходить к этим источникам разумно. То есть набирая знания. То есть тотальных знаний так называемой ведической индийской кулинарии нет, к сожалению. Я вот на личном своем опыте подобные вещи видел. То есть это не единственный рецепт, когда там нужно было 2 часа что-то репить. Там такие рецепты были, некоторое количество. Поэтому без фанатизма, но использовать это можно.